Asus Zenfone 3 Max ZC520TL Hard Reset. Зажимаем две клавиши. Кнопку громкости вниз и кнопку питания. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорится, питание отпустить, а вниз продолжить держать. Экран загорелся, питание отпустили, а вниз продолжим держать. Загорается вот такое меню. Сразу говорю, это жестокий способ, то есть крайний случай, который нужно использовать. Основной я покажу чуть позднее. А сейчас вниз опуститься до строчки, где будет единственное английское слово. EMMC. Ее выбираете, он сделает сброс. Надо чуть-чуть подождать, он там телефон как будто зависнет. 2-3 минуты он все сделает. Но это, повторяю, крайний случай, его использовать, когда уже совсем ничего не помогает. Это как бы очистка памяти. И что именно он очистит, никто до конца знать не может. Итак, это крайний случай. Теперь покажу, как попасть в рекавери, чтобы из рекавери сделать сброс. Сейчас я его вырублю. Зажимаем ему плюс и питание. Если плюс и питание не срабатывает, то сначала на секунду-две зажимаем питание, следом нажимаем плюс. Держим две клавиши, пока не появится вот такое окно. Здесь три строчки у нас. Recovery, Fastboot и Normal. Не знаю, будет видно, нет. Recovery, Fastboot и Normal. Кнопка громкости вверх перемещаться по меню, а кнопку громкости вниз выбирать. Навели на строчку Recovery и нажали вниз. Ждем, пока включится само Recovery. Загорается зеленый робот. Чуть-чуть нужно подождать. Возможно, рекавери он включит сам. Если сам рекавери не включает, тогда зажимаем ему питание и коротко нажимаем плюс. Зажали питание и коротко нажали плюс. Так, еще раз. Питание и плюс. Попали в само рекавери. Иногда просто питание срабатывает, иногда просто громкость вверх срабатывает. Здесь вот питание зажать и коротко нажать вверх. Дальше опускаетесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset, нажимаете питание. Есть куча строчек No, есть одна строчка Yes Delete User Data. Вот ее вам и нужно выбрать. Я сейчас выберу No, потому что у меня есть важные данные в аппарате, а вам выбрать строчку Yes Delete User Data. Нажмете питание, он сделает сброс и перекинет в предыдущее меню. А здесь выбираете первую строчку Reboot System Now. Телефон перезагрузится, сбросит свои настройки, будет чистый, как с витрины. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.